Тропики на подоконнике. Теперь загадочные цветы хищники могут появиться в каждом доме. В том, что хороший аппетит может быть не только у людей и животных, убедилась Елизавета Секретаренко. Избавиться от насекомых без аэрозолей и сеток? Растения и хищники могут проглотить или поймать в листе кувшины не только ползучих, но и летающих мелких жителей фауны, либо привлечь их сладким ароматом и оставить приклеенными на листках. Экзотические цветы вмиг стали популярны в Новосибирске. В первую очередь берут детям, потому что это очень круто, интересно, когда растение двигается, когда за ним можно наблюдать, кормить. Во-вторых, берут в подарок, потому что это необычно, удивительно, и, мне кажется, лучше удивить не получится, чем этим растением. Александра Матерн любит, чтобы в жизни как можно чаще появлялось что-то необычное. Когда узнала о цветке мухоловки, решила, что завести такой дома нужно обязательно. Сейчас хочет приобрести и другие сорта. Очень довольна, у меня вся семья над этим цветком бегает, кормит его мухами. Ухаживать за цветами-хищниками легко. Зимой они впадают в спячку, а летом совсем неприхотливы. Достаточно поставить горшок в светлое место и раз в неделю поливать дистиллированной водой. Больше всего спросом пользуются такие мухоловки. Однако некоторые покупатели переживают, что растение может нанести вред своими зубчиками животному или ребенку. Владельцы уверяют, даже если створки растения захлопнут ваш палец, неприятных ощущений вы не испытаете. Подобные растения для человека безвредны и никак не пахнут. Но самое главное, могут стать настоящим спасением от назойливых насекомых. Елизавета Секретаренко, Артем Валевич, Новости ОТС.